Опа-на! Опа-на, игра пошла. Пролог. Breaking the Bank. Здесь оно не русифицировано, конечно. Но субтитры я сделала, русификатор субтитров, не знаю, не смотрела, как он выглядит. Ну, допустим. Ограбление банка. Банк. Визуальная новелла. Давай прыгай через стену. А предметы мне не переведены, слышите? Чё будем делать? Взрывать? Телепорт? Лазер? Что это такое? Типа спрятаться в мешке, чтобы меня занесли внутрь? Ну давайте лопатой. Давайте подкоп сначала. Да, к сожалению, русификатора для предметов я не нашла, его, по-моему, не существует. Газ мейн. Ой. Меня убило? Ясно, фейл. Другой вариант. Телепортатор. Выглядит наиболее как то, что можно использовать. А чё меня никуда? А, понимаю. Ладно. Что мы будем использовать? Взрывчатку. Нет. Наиболее умный способ, ладно. В мешке проехаться. Только не подсказывайте мне, что использовать. Я не буду читать особо, что вы мне там советуете. Как мы потеряли один? Думаю, нужно бросить его к другим. На всякий случай. Ты когда-нибудь задумывался, почему именно здесь банк? Посреди пустыни. Думаю, это должно быть хранилище, знаешь? А, это имеет смысл. Все, меня в гору мешков просто запустили. Вау, у меня получилось внутрь попасть. Неееее! А что здесь столько лазеров? Я не поняла юмора. Что делать? Сейчас варианты будут или фейл? Типа я сделала... Что? А, меня посадили в тюрьму, ясно. Я первый эпизод прошла. Понимаю. Эй, ты. Ты можешь идти. Шутка. Вообще-то нет. Звук из Амогуса. Не спеши радоваться, мы уже проверили на контрабанду, разве не так? Что? Да, конечно, я проверю ее, на самом деле нет. Я веду, если бы я ее не проверил, то потерял бы работу. Я не хочу терять свою работу. Можешь идти. Думаю, это звучало хорошо, согласен. О! Контрабанда. Что у меня есть? Что мне поможет сбежать? Энергетик из Амонгуса. Телепорт, который никогда не помогает, ясно. Амонгус вышел раньше коллекции. Но позже оригинальных флешек. Понимаю. Так. Начнем с самого простого. С пилочки. Лучше дверь все-таки. Как легко напилиться вообще? Ой. Квик-тайм-ивент! Эй, слышь? Ладно, у меня почти получилось. Да, у меня получилось. А куда кликать-то? Вот сюда кликать. Я кликнула. Что-то у меня ничего не вышло. О. Чисто квик-тайм-ивент, слышь? Где я? Так, что это такое? Гранаты, стул. Как мне поможет стул? Каким образом мне поможет стул? Yo, check yourself. Взрывайся. What the... А в смысле она ко мне? Че за прикол? Ну, стул. А, он поможет мне вылезти, я не заметил эту штуку. Все, смываемся. Так, какая разница вообще? Теперь все, кто хотят больше пончиков в комнате отдыха, скажите «за». «За». Против. Заткнись, уборщик, ты не считаешься. Переходим к следующей теме. Ой. Понимаю. Так, еще раз. Теперь в другую сторону поползем. Все. Не сильно высоковато, как бы? Я не хочу здесь падать.
О. Джетпак. Присоски, чтобы аккуратно спуститься. Это что, гарпун? Парашют. Ну, там достаточно высоко, ну, допустим. Что-то у меня мало доверия этому, на самом деле. Он сейчас не откроется. Откройся, 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 парашют. А почему? Там все как Кока-Кола и все остальное выпало, что-то... Чё? Где парашют? Понимаю. Вот здесь вот не переведено, жалко. Это оказался обычный, короче, рюкзак. Ну, джетпаки давай улетим. Чё-то мне все равно это страшно. Понимаю. А куда? В смысле? Сначала фейло, потом меня унесло, ладно. Как этим управлять? А, ты вернулся. Ладно. Допустим, веревка. Куда? Куда она? Куда она? А почему? А чё? Чё в смысле упала? А, я жива. Вот почему оно так происходит? Я пыталась. Получается, вот это только, чтобы аккуратно спуститься. Да не так, да не так. А это отсылка на Амогус? На ту штуку, которая унитазы чистит, а? Как это называется? Вантус? Ура! Получилось! А, какая музыка громкая, это сразу. Все. Я не знаю этот план, как получить. В смысле, что за титры? Эй, какие титры еще? Где все остальное? Что сейчас будет? Так, одна из трех концовок. Тут еще концовки разные, блин, интересно. Ну, допустим, я просто буду нажимать Next и смотреть, что будет. Эпизод 2. Воровство даймондов. В качестве мэра города я провозглашаю Тунисскую археологическую выставку. Чего? А, открытый, выставку открытый. Ура, я могу украсть. Я могу украсть даймонд. Я могу украсть алмаз. Или что это? Еще одно воровство. Ладно. Кража алмаза. Ой. Тихо пройти или взорвать, или громко. Ладно, допустим. А как? Вот опять выбор, короче. Пройти прямо или пройти в обход, как бы. Ну, допустим, по очереди. Блин. Ладно. Так. Это было ожидаемо, что не получится с первого раза. Антигравити кап. Это что за антигравитационное? Сейчас я в космос, по-моему, улечу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А почему не работает? Я так и знала, что в космос улечу. Эй, слышь. Че? Телепорт. Меня сейчас опять сквозь текстуры, да? Сейчас сквозь текстуры меня. Опять в космос, слышь, опять в космос. Понимаю. Тут есть карта слева внизу, ты по ней можешь вернуться назад. Но я пока не буду возвращаться назад, я просто буду смотреть. Хотя я могу пересматривать все. Я попала внутрь. Я попала внутрь с помощью телепорта, эй. Так, что мне нужно сделать? О, давай таблетку невидимости. Почему он не мог сразу ее выпить? I lost track of you. Чё? Я не поняла, что произошло. Почему фейл-то? Транквилизатор. Каким образом мимо? А чё он в меня-то прилетел? Это как работает? Понимаю. Подкупить. Ударить. Го подкупим. О, надо же, Пенни. Подкупила же. Подкупила же. Так, тут чё? Просто сходить. Давайте крюк. Ну, как обычно в фильмах бывает. А в смысле, а крюк? Улетела веревка. Разбить или аккуратно разрезать? Надеюсь, я алмаз не разрежу просто. А по... Понимаю. Разбить молотком. А, и все. Я думала, что-то пойдет не так, и у меня алмаз пострадает.
Ладно. А что это за выбор такой? Для чего он нужен? Я могу съесть сыр, для чего? И? И еще? Ожидаемо. Так, пушка. Ой-ой-ой, что-то она слишком большая. Я думаю, я буду в стену ей стрелять этой пушкой. Сейчас от алмаза ничего не останется, по-моему. Понимаю. Almost save it. Almost. Ладно, вот так. Вот самый тупой, самый что тупое, как бы, самый тупой способ, он срабатывает. Каким образом? Они меня даже не заметили, ладно. Что надо использовать? Спрыгнуть, расстрелять, свернуть шею. Давай свернем шею. Себе! Себе! Понимаю. Еще там какие-то ачивки постоянно получаю. Да, так. Зачем Даймонд? Подкупить его, типа? Ну что, мне делать нечего, что ли? Давайте спрыгнем. Он сломал все ноги и шею, просто падает с вот такенной высоты вообще. Да, здрасте. Нифига себе народу подскочило сюда. На гендестигму надо посмотреть. Понимаю. Ну, остается только вот пулемет. Хоть раз попадили, он слишком маленький. Фейл, серьезно? То есть мне только Даймонд использовать остается? А, понимаю. Вот как. Я украла. Титрусы, все. Стырил Даймонд, продал, купаемся в деньгах, ура. Next. Infinite Rating за Airship. О, Airship из Among Us, Airship из Among Us. Проникновение на Airship, давай. Ну, посмотрите, кто наконец решил проснуться. Ты был довольно неуловим, твои навыки стоили поимки. Ты будешь идеален для этой работы. У нас есть небольшие проблемы с группой воров, известных как Клан Шляпок. Мы знаем, что они виновны, но не можем связать их с каким-либо преступлением. Ты проникнешь на их воздушный корабль, чтобы остановить их деятельность. И не нужно напоминать тебе, что мы поймали тебя на нескольких преступлениях. Попытка ограбления, побег из тюрьмы. Даже краша алмаза. Пенни! Там Пенни приклеенный был! Мы очень сильно на тебя рассчитываем. Выполни эту работу правильно, мы снимем с тебя все обвинения. Чарли поможет тебе проникнуть на корабль, остальное зависит от тебя. Найди способ остановить их деятельность и станешь свободным человеком. Как ты хочешь туда добраться? Рука липучка. Это что? Ничего не понятно. Давайте начнем с гарпуна, короче. Ну вот, вроде успешно, смотри-ка. Так, что дальше? Взорвать электрический шок какой-то, я не знаю, что это. Ждать или... Что это такое? Газ какой-то. А, развалить дверь. Что за хрень? Вот это, я не знаю, что это. Взломщик. Нет, Айршип упадет! Айршип упадет! Ладно, но я же остановила. А чё фейл-то? Я же остановила группу шляпников вместе с кораблем. Чё не так? Подождем. Никто не выйдет никогда. О. Повезло. Камеры эти. Весь Айршип сделали, как здесь. Так, что нужно сделать? Вентиляцию. Ого, компьютер сначала. Файлы, файлики. Чё надо сделать? Всё, я залипла там, видимо. Игра! Понимаю. Я думала, там можно посмотреть в камеру. Я ключ вижу здесь. О, я нашла ключ. Я нашла первую вещь, которую можно найти. Вот это вот я не знаю, что за кнопки. Боюсь на них нажимать, а то вдруг выйдут куда-нибудь. Полезем в вентиляцию. Ясно, я импостер, а вентиляция. О!
Вау, тот самый камень. Тот самый камень. Че это такое? Я догадываюсь. Это ничего мне не даст, абсолютно ничего. Так, тут может быть платформа катающаяся, я помню это. Да, да, полет. Давай телепортом. Телепорт. Телепорт. Телепорт, телепорт, телепорт. Ну, дверь открылась, кто-то пришел. Меня в нулевое пространство. Меня в нулевое пространство закинуло, понимаю. Пасхалка на Тейлза? Ну-ка, если вот это. Давай, у меня сейчас два хвоста вырастет, давай. А каким образом? Ну ладно. Ведь мои извинения, пришлось сделать пару уклонительных маневров. Плюс Тейлза пролетела. Повезло, повезло опять. Я вижу секьюрити. У меня есть ключ. Thank you. А зачем я его освободила? О, магия волшебника. Взломать. Этот Рыглов. Чё-то, перчатка какая-то. И бумагу. А для чего? Чтобы сюда руку приложить. Хак. Хакнуть. У меня ни хрена не получится. Давай, я сейчас током ударю. Я знала. Я знала. Ладно. Перчатка. Откуда она взялась, не знаю, но допустим. Так приложи руку-то, приложи руку сюда. Ладно. Для чего у меня бумага? Ладно, используем визардовую магию, давай. Себя заморозила. Опять фейл. Ясно, папиризор вот этот, это последнее, что осталось. Сейчас он меня в бумагу превратит. Нема. И чё? Визардовая магия, да. Вау. А чё, в смысле? Гравити манипулятор. Какой-то крюк, не знаю. А это что? Уменьшитель или чё? Я не понимаю, что это. А, всё. Ну, теперь я могу его унести спокойно. Эй, камера. Ты столько стоишь. Что происходит? Похоже, он поднял что-то вроде тревоги в хранилище. Он делится сам за себя? Ладно, приходим к плану Б. Вызывай подкрепление, выдвигаемся. Камень времени? Понимаю, рубин иллюзий. Да, это Джеффри, да, он мне прямо тут, так что вам, ребят, не нужно. Они просто напали. Какова была моя миссия? Для чего? Я могу спуститься на зонтики, это мне явно не поможет. Пропан-танк. Спрятаться... Вот, я хочу спрятаться в черепашку, давай. Сойдет. Чё произошло? Улетело, походу. Так, отсылка на Марио была, отсылка на Fallout, давай. Это отсылка на Fallout. Молодец. Тебе надо было нормально доказать причастие топатов к преступлениям, но нет. У нас свои мотивы для ограбления. Выдвигаемся, ребят, пошли, сейчас же. Музыка опять громкая. Нет, война, все, шляпники воюют с военными. Уилсон, ну надо выдвигаться отсюда. У нас хаос прямо перед дверью. Мы не созданы для того, чтобы иметь с этим дело. Иди эвакуируй всех. Я с этим разберусь. О. Я это помню. Это игра. Это игра, я хочу ее. Чё? Эвакуировала себя вместе с камнем и вообще всем в космос. Вообще, я ничего не понимаю, просто рандомно нажимаю. Так, что здесь больше всего мегабайтов весит? Не, вот эти поровну весят. Здесь что-то стертое, давай, мне интересно. Габен, понимаю. Пошли отсылки. Вау.
Что происходит? Что происходит? Что происходит? Яйцо смерти сейчас вылезет, смотрите-ка. Все. По-моему, у меня диск завис. У меня диск завис. Максимально забавно. Ладно, вот это... Нулевое пространство опять. Да что ты будешь делать, а? Прощайте. Мы все умрем. Черная дыра. Фейл. Нас просто, короче, на молекулы расщепило. Прекрасно. Остается только прототип. Прототипы летят. Что происходит? А я все так же сижу. А вот он, у него наш рубин. Рубин иллюзии, давай, подключай, включай. Мы должны отступить, иначе клан шляпок станет чем? Рубин? Ну, он обоссал рубин. Что за чушь? Понимаю. Я не понимаю, что происходит. Все стикмены, они на одно лицо абсолютно, и... Да ничего не могу понять из этого. Отпусти его. Что? Мы получили то, зачем пришли. Он не стоит таких проблем. Ну вот, собственно, я их заставила остановиться. Все. Все. Титры опять, боже. Больше титров. Музон классный. Ну вот еще одно воровство, короче. Еще одно ограбление. Придется мне, видимо, потише сделать музыку, потому что она очень громкая здесь. Так, Стикман, давай тебя на шестерку. Да, на шестерку. Ух. Быстро проходятся коротенькие такие, но если все концовки открывать, то это надолго. Fling the complex. Свалить из комплекса. Давайте свалим из комплекса. Чатик. Привет, Генри. Добро пожаловать в стены. Некоторые из самых хитрых и известных преступников содержатся здесь. Я опять в какой-то тюрьме. Теперь у нас есть... Останешься здесь надолго. Григорий. Григорий, забери его. Григорий. Ты ждешь здесь, пока не найдется камера. Понимаю. Так, что надо сделать? Поднять, ударить, ждать, притвориться мертвым. Давай приподнимем, короче. Подкинь меня, я выберусь. Давай. Только у меня руки соединены, как бы. О, уже не соединены. Так, я пройду дальше. Да, у него осталось только где-то 10 единиц, и он играет в ворот открытый. Типа, посмотри, какое мне до этого дело. О, Тетрис! Тетрис, Тетрис, Тетрис. О, подушка-пердушка. Бежать. Схватить. Го, вот это. Я хочу... Кину Эли, да? Ты серьезно? Ты слышишь, это был ты? Встань, обвиняй меня. Просто признай это. Драка, драка, давайте, убивайте. Я так и хотела. Вот я так и знала, что примерно так будет. Или это запомнит, отразится на одной из концовок следующей. Ну, ладно. Так, что делать? Гарпун опять. Пружина из Соника. Конечно, пружина из Соника. Пирень, звук другой. Ладно, это не на него отсылка. Ой. Фейл. Ладно. Давайте его убьем. Я в него не попаду, конечно же. По-моему, сейчас то же самое будет. А. Ладно, вроде... А нет! Почти прокатило. Слышь. Еще один прыжок. Вот это что, тоже? Тоже отсылка на Соника. О, штука из Among Us. Вау. Так, веревку. Давай веревку. Сейчас лифт такой. Ладно.
Что-то мне как-то больно. Спуститься. Я боюсь нажимать кнопку, потому что сейчас что-нибудь произойдет, то, что мне не нужно, скорее всего. Ну, я вызвала лифт и все. Неужели он пустой? Он пустой приехал. Давайте, нет, ты не оторвешься. Хорошо, ребята, обед за мой счет. А, здрасте. Вот, вот именно вот этого я и ожидала. Да. Так и знала, что это подобное будет. Спускаемся на шарики тогда. А че ты его сразу не надул? Ладно, получилось. Прыгай, прыгай. Отпускай шарик, он улетит. Гелий, балансировать. Липучки. Липучки. Вау. А, я приклеилась. А в смысле? Понимаю. Ну, это, скорее всего, я упаду здесь. Ладно. Надуть себя. Сейчас будет забавный голос. Я могу двигаться. Так. Я прошу, а дальше? Что это такое? Шадозер. Коробка. Листочек? Листочек — это явно на что-то отсылка, смотрите. Марио! Это Марио! Это Марио! А, поняла, все. Надо было шадозер брать, мне интересно посмотреть было на это. Так, что можно сделать, чтобы свалить отсюда? Корабль, лодочка или ракета? Целый пароход угнать. Сэнни. Они меня на лодке догонят. Го, пароход угоним. Че, мы на мелочи не размениваемся. Сейчас я его не смогу угнать 100%. Звук из Among Us! Понимаю. Вау. И на этом корабле был единственный человек. А, нет, не показалось. Нет. Да, звук. Берем быструю лодку. Давай, заводись, дряхлая лодка. Я думаю, это Смит. А, да, наверное, уплыл повидать свою семью. Бай-бай! У меня получилось. Да, конечно, жалко, что я там бабу там кинула, короче, не спасла, не помогла ей. Ну, что поделать? Бывает. Одна из пяти концовок. Дальше. Пятый эпизод. Completing the mission. Выполнение миссии. Так, а чё, в смысле? То есть, мне предлагают концовки, типа, получить? А где остальное? А чё это такое? Подождите. Чё за карта? Пятый эпизод зависит от концовок. Ну вот у меня две концовки. Я могу их выбрать, типа, да? Вот так вот. О, вот это прикольно, что если я открываю эти концовки, именно в этих двух, видимо, сериях, то пятый эпизод будет отличаться чем-то. Новая часть, составляющаяся из последних двух. Блин, это прикольно. Так, вот условия получения концовки, которые на английском. Ладно, допустим. Брошенная Элли. Новости. Добрый вечер. Клан Шляпок продолжает быть неприкосновенным правительством мира. Запусках ракеты на 2 недели поместил космическую станцию на орбите вокруг земного шара. На станции достаточно места для хранения всех членов клана, также для украденных ценностей. Среди этих ценностей есть бесценный норвежский изумруд, украденный у королевы Норвегии в прошлом году. Что-что? Изумруд? Я хочу! А, даймонд, рубин и изумруд. Так, румынский рубин и алмаз тоже они типа украли. Вот, на них гонят, они не на меня. Орбитальная станция позволяет клану Шляпок, видимо, спрятаться и все. Они недосягаемы теперь. Эй, шеф, наши спутники засекли вражеский объект. Ох, нет, неужели это правительство? Они послали за нами. Нет, что? Нет. Просто сбейте его. Они собьют меня. Я просто ничего не выбрала. А, понимаю. Не дали подумать. Барозоль, давай. Все, вы не попадете в меня, вы не попадете в меня, вы не попадете в меня. Бочка, бочка.
Нет, меня взорвали. Mission failed. Ладно. Чё это? Ладно, неплохо, в принципе. Чё это? Повезло. Доложите об объекте. Да, мы полностью промазали. Они сейчас на корабле. Полностью промазали? Мы потратили на это столько денег. Я изучаю карту. Так, что? Хранилище. О, сколько выбора, сколько выбора. Прыгнуть и сломать шею. Так, это шест какой-то. Катапульта. Ракета, мостик, кэнон. Мостик. Го-мостик. Маловато будет. Ладно. Катапульту давай. А чё-то не повезло, не повезло. Так. Это какая-то машинка, я не понимаю. А, почти. Ну вылезай. Вылезай. Угу. Из пушки страшно. Да, вот с помощью шеста прыгну. Не-не-не, его не хватит, такой маленький. Ладно, я не мастер прыгать с шестом. Пушка. В позе Супермена. Далековато будет. А чё, в смысле, смерть сразу. Так, ракета. Тоже меня в космос унесла. Я все перебрала, мне фейлы тотальные. Мне телепорт нужен был. Или прыгнуть пешком просто. Скорее всего, прыгнуть пешком. Телепорт. Телепорт. Понятно. Сильно же меня протонуло. В лаву. Матрица, ясно. Что это за хранилище? Прямо куда надо попало. Там рисунок с рубином. Рофл. Вообще прикол. Так. Открыть. Просочиться. Разбить. Что за джект? Я его выбросила. А, понимаю. Ясно. Открыть. Открыть. О, он у меня в руках. Он у меня в руках. А нет, его не заберешь. Я нашел нарушителя. Отличная работа. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Погодите-ка. Этот парень, кто украл наш рубин, теперь он пытается украсть изумруд. Этот парень, лучше бы вам с ним разобраться с удовольствием. Я буду защищаться. Я буду защищаться им. Что? Я хотел его как качество щита поставить. Понимаю. А, вот так. Че это такое? Они отобрали его у меня. Фейл. Апчхи, короче, они улетели. И я тоже. Рука, что случилось? Что происходит? Убойно. Найти его. Мы можем позволить снова это сделать. Хай, шеф. Увидели его снаружи. Взять его, остановить его, стреляй! Высшим господством, сейчас. Окей. Высшее господство. О, опять отсылка на Соника. Даже та самая пушка. Так, что надо сделать? Супер Генри? Чё? Это отсылка на Соника, все. А чё мне не получилось ничего? А чё не получилось ничего? Сохраниться и загрузиться. Вот сейф. А, воу, ничего не произошло. Я просто вернулась обратно на пиксель. Понимаю. О, вот это я понимаю удар. Уходим. Тебе нужно еще 6 изумрудов, чтобы превратиться в Супер Генри. Понимаю. Они падают на землю там почти. Миссион комплит, все. Фу, боже. Коротенькие миссии такие. Титры.
Все, шляпники уничтожены. Срочная новость. Орбитальная станция прямо на шляпках была полностью уничтожена. На данный момент мы не уверены, что произошло. В атмосфере были замечены несколько спасательных капсул. Была найдена капсула руководителя клана, но внутри никого не было. Правительство утверждает то, что это не значит, выжил ли он. Еее, у меня 3 камня. И все? Game complete? Дальше кнопки нету. А что вот эти кнопки означают? To unlock, abio, right click, характер, can you see at him? А, это надо собирать и персонажей, короче. Надо было на них на всех кликать. Вау, прикольно. Так, а это что? Это эндинги какие-то, билеты. А теперь заново и полностью. Ну да, время есть.